Телеканал «Енисей» получил сразу две главных награды на всероссийском конкурсе «Федерация». В нем участвовали десятки региональных телекомпаний. В конкурсной программе «Моя страна» победила передача «Край без окраин». Жюри покорила история о селе Зыково. А телепроект нашего специального корреспондента Сергея Достовалова «Наша еда» завоевал гран-при в номинации «Сделано в России». Сюжеты были посвящены импортозамещению и продвижению отечественной продукции. Материал Сергея о животноводческом комплексе в Сухобузимском районе отдельно отметили представители корпорации «Роснано». Ведь на ферме, о которой шла речь, используются самые современные технологии. Отходы здесь же перерабатываются, получившимся газом отапливают помещения, а водой поливают поля. Эксперты заявили, что таких сюжетов должно быть как можно больше. И корпорация со своей стороны готова сотрудничать с телеканалом «Енисей».